Всем привет! Прошла неделя после высадки. Помидорчики наши немножко окрепли. Ну вот что получается. Напал на них клещ. Ну вот, допустим, на листочке. Очевидно, видно. С обратной стороны паутинки еще нету, но вот еще, пожалуйста. Вот они. Первые признаки клеща. Обрабатывать будем вертимеком. Раз обрабатываем, через 4 дня еще раз. И еще вот такая вот у нас получается особенность у помидора. Вот смотрите, вот два семидольных. Получается 1, 2, 3, 4, 5, 6. Седьмой листочек после седьмого выкинул кисть. То есть как такового самого куста еще нету, а уже быстрее начинает цвести. Вот, смотрите, зацветает. А куст ни силы не набрал, ничего. Конечно, ранее, когда мы высаживали, они, наверное, после 11 листа только кисть выкидывают. И сам ствол потолще, и кусты получаются помощнее. Здесь пока очень дохлые. Будем кормить, выращивать куст. Погода ужасная, дожди, холодно. Все очень плохо растет. Помидоры не наливаются, но уже скоро обещают потепление. Ну и производим подвязку помидора, как мы уже раньше показывали. Привязываем снизу и сверху на бантик. Первый осталось чуть-чуть подвязать. На этом все. Пишите комментарии, ставьте лайки. Вот. Хороших всех, всем урожаев. Решили картошку посадить. Идут, идут дожди. Земля сырая. Сажалкой не очень. Конечно, когда земля сухая, очень хорошо сажается. Сейчас как-нибудь воткнем. Специально же площадка, чтобы наступать.